Привет-привет, мои прекрасные зрители! Делюсь с вами рецептом очень простого, очень бюджетного салата из морепродуктов. И при всей своей простоте салат получается нарядным и вкусным. Такое не стыдно и на праздничный стол поставить. Не верите, что салат из морепродуктов может быть бюджетным? Тогда смотрим! Готовим салат из кальмаров «Красное море» и заодно учимся, как правильно сварить кальмары, чтобы они были мягкими и нежными. На салат «Красное море» нужны розовые кальмары. Я вот уже их помыла, почистила все изнутри и сейчас буду варить. Очень многие жалуются на то, что кальмары получаются жесткие после варки. Есть небольшой секретик, сейчас все расскажу. И когда вы будете знать этот секретик, кальмары у вас будут мягкие и очень вкусные. Итак, для того, чтобы сварить кальмары правильно, чтобы они не были резиновыми, нам нужно подготовить кипящую воду и очень холодную воду. Видите, я даже туда льда кинула. Значит, что делаем? Берем кальмар по одному и опускаем его в кипящую воду. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, кальмар готов. Вытаскиваем и в холодную. Берем другой кальмар. Отсчитываем. Нужно подождать, когда вода заново закипит. Это очень буквально через пару секунд очень быстро происходит. Вот она уже закипает. Бросаем кальмар. Ну, такой хороший, большой. И отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как хорошо сразу от него отходит вся эта шкурочка. Смотрите, какой он беленький выходит. А когда он опустится холодную воду, вся шкурка от него просто сама слезет, ее нужно будет просто смыть водой и все. Ну и также поступаем с остальными. Кальмарчики получились нежные и мягкие. Их мы еще раз промываем очень хорошо и режем кольцами. Собираем дальше наш салат «Красное море». Но, судя по названию, ингредиенты должны быть максимально красными. Наши кальмары, тертый твердый сыр, помидоры, несколько зубчиков чеснока и самый пикантный ингредиент – это морковка по-корейски, острая. Все это аккуратно перемешиваем, заправляем майонезом и вуаля! Очень бюджетный и очень вкусный салат из морепродуктов «Красное море» готов! Осталось только украсить морской звездой из помидор и кораллами из корейской морковки.